Трудно догадаться сразу, но вот эти заросли в самом сердце Сухума ведут к зданию Национальной картинной галереи. Еще в 1999 году по указанию первого президента Абхазии Владислава Арденба под здание галереи решено было выделить помещение бывшей женской гимназии на улице Пушкина. В тот же год начались ремонтные работы, но вскоре процесс застопорился. Теперь же, в октябре 2021-го, здесь готовят первую экспозицию, несмотря на такие вот декорации. В картинной галерее должны быть картины, уверен автор проекта Батал Джапуа. Этой идее год. Картина Национальной галереи должна, конечно, располагаться здесь. Это проект еще времен Арденба. Здесь вся улица отдавалась творчеству, музеям, выставочным залам и так далее. Ну, один из объектов – это вот этот. Он крытый, здесь пристройки и так далее. Просто запущено все. Вы знаете, что для художников новое пространство освоить – это просто оно то самое. Вот почему делаем именно здесь? Ну, с этим многое связано. Во-первых, само пространство очень интересное, интригующее. В центре города заросли, развалины. Красиво. Во-вторых, эти развалины, эти заросли, это все картинная национальная галерея. Это статусно для нас. Мы хотим быть первыми в этом направлении, сделать свою выставку. Вместе с Баталом Джапуа над выставкой работают художники Саид Возба, Абша Хагба и Диана Хиндба. Все вместе они и готовили площадку к выставке. Как рассказывают сами, технически ничего сложного. Нужно было просто очистить по возможности территорию, как на улице, так и внутри здания. Для художницы Абши Хагба проект играет большую роль. Лично для меня историческое событие очень важное, потому что, ну а вот как сказать, что такое национальная картинная галерея вообще для государства. Это часть, важнейшая часть нашего изобразительного искусства. Понимаете, вот это когда вся история художников, мы же тоже часть большого искусства. И вот это большое искусство наше, которое большое, в надежде, что оно вот здесь будет висеть в этих стенах, и мы все можем сюда приходить и на это смотреть, но это в будущем. Я надеюсь, что это вот большой праздник. Лично для меня и для всех художников, которые завтра здесь будут выставляться. Напомню, сегодня Национальная картинная галерея – это 4000 работ абхазских и зарубежных художников, которые хранятся в двух маленьких комнатах с нарушениями условий на втором этаже Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии. Главные смыслы, заложенные авторами, включают в себя привлечение внимания к этой проблеме. Для меня это настолько важно. Я как ребенок, выросший в послевоенной Абхазии, могу сказать о себе, что я не просто скучала по возможности увидеть искусство где-то на стенах. Я просто мечтала, посещала все выставки. Вот у нас была частная галерея «Агава». Я помню, по дороге из 10-й школы единственная возможность была, она как бы работала активно, заглянуть туда в окно. И вот насколько на ребенка влияет вообще то, что он видит что-то вот связанное, такое новое, то есть в искусстве. Я там через окно увидела инсталляцию в то время. Это была инсталляция «Синий стул». Стул покрашенный в синий цвет, но там, то есть подобранный, великолепный такой синий, там ультрамарин. Ну, в общем, очень сложный, интересный цвет. И этот стул был арт-объектом. Для меня это просто все перевернуло вот в какой-то момент. И я поняла, что, оказывается, можно все, то есть вот такая свобода. И я считаю, что дети должны видеть предметы искусства, они должны приходить, видеть вживую, как бы находиться в этой атмосфере. Это первое культурное мероприятие, которое пройдет в стенах будущей галереи. В связи с эпидемиологической обстановкой организаторы просят использовать средства индивидуальной защиты. Выставка откроется 15 октября в 13:00 и будет работать один день. Элеонора Гилаян, Сасры Куагуха, Абаза ТВ.